Представляем очередную новиночку. Модель H465. Очень компактный, мощный фонарь. И очень хорошо сбалансированный. Причем сам, в общем, не тяжелый и хорошо, очень сбалансирован. Значит, здесь один, ну, в общем-то, один из последних фонарей, 150 тысяч ватт, маркировка светодиода. Питание, ну, как и практически все наши фонари, это два аккумулятора, 18650, 3,7 вольта, 5200 мАч. Модель сама аппарата какая? Огонь? Огонь H465. H465, да? Да. Вот в этой модели введена очень интересная новинка. Вот как бы сзади есть светодиод. Он на многих блоках питания. То есть как только включается свет, здесь сзади загорается свет. А сейчас можешь показать что-то? Вот в этой модели введена очень удобная функция. То есть вот этот задний свет, если он не нужен, его можно отключать или переключать в режим аварийки. А можно отключить полностью, если это не нужно. Очень удобная функция. Сколько дает мощность фокусированной, мощность фокусированную точку. Очень широкий дает ближний луч, очень яркий и очень широкий. То есть такой очень универсальный фонарь. Значит, зарядные устройства либо сетевые, либо от машины, от прикуривателя. А сколько режимов у него работает? У него, как и практически у всей нашей серии, три режима. Это максимал, эконом и аварийка. Те же режимы можно включать отдельно на задней части. Для автомобилистов очень удобно. То есть как бы обычно аварийный сигнал — это все-таки красный свет. То есть можно использовать как аварийку. Ну и такой вообще симпатичный дизайн. Пластик корпус? Нет, это все металл. Также он может, ну, быть направлен как вперед, так и под любым углом вниз. Значит, вот, значит, аппарат вот защищенный, то есть от дождя, от случайного падения в воду и так далее. То есть он полностью защищен. Задают часто вопрос во время работы такого фонаря. Значит, по паспорту, вот на этот, 5-6 часов. Зарядочка, опять же, по паспорту, где-то 4-6 часов. Так мне очень нравится. Вот совместили, наконец, достаточно компактный, мощный светильник с батарейками, ну, с аккумуляторами 18650. Потому что у нас вот есть модель, ну, как бы по дизайну светильника похожая, это 6807, но там стоит относительно небольшой аккумулятор литиевый внутри. И как бы у него просто время горения, ну, намного меньше. А здесь вот хорошую модель сделали, на мой взгляд, компактную и достаточно мощную.
Ну, а 50 тысяч ватт это китайский, да, соответственно? Ну, да. Ну, это как бы маркировка его. Вот, а дальше все вопросы к производителю, да? Хотите верить, ну, хотите нет? Наверное. Мы рассказываем о том, что заявляет производитель. Какая его ориентировочная цена будет в магазине? Магазин Gadget Park, alarmgadget.ru. Где-то 1400, наверное. 1400, да. Так что, друзья, alarmgadget.ru, Gadget Park магазин, можете приобрести. Маркировка H465. Все, ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь, получайте скидки. Всего доброго.